А вот волонтер как раз идет. Вы же бесплатно приехали? Да, конечно. Какой день уже трудитесь? Четвертый. Четвертый как? Не устали? Устал. Но буду продолжать. А почему вы решили приехать? Потому что позвали. Позвали. Потому неожиданно что... позвали, и вы согласились. Правильно? Ну, я узнал, что можно помочь. А я считаю, я много слушал лекции и Завезняка, и Гиппиуса, и я считаю, что я должен. Потому что я получил удовольствие от этого. Я хочу отдать свой долг. По-моему, вы молодец. Ну, вы из Москвы, тоже, да? Так говорила. Да? Мама не ошибется. Мама. Конечно.